жене ребенок стынет, кружка крепкий чай на кухне пусто, так темно и на кухне нам без хитона чувства грусти, пусть мне одна не сидит в голове, но думаю о том, что шарик крутится, и мне никак его не остановит. Мир жесток, пора принять тот факт, что всем когда-нибудь придется повзрослеть. Думаю о разном сразу мысли о себе, мои сношения сто лет, и территория в том, что встречаться раз, а я на кухне так же гребет. Наша группа называется. А есть люди, которые знают, что нужно отвечать, когда вам подходит человек на улице и такой: здорово, кис-кис. Подождите, мне что-то важное передали. Секунду, информация.